шишками топи, часть варенья сладким пили. Уголочек у оконца, здесь в него смотрело солнце. Вышивала тут девица, рукоделье мастерица. Эти чудные узоры ручников ласкают зоры. Каждый выписан цветок, травка, листик, лепесток. Ложка, хоры, если народ узнает. У меня дома такая ложка есть. Обычная посуда, это бочка, просто чудо. Мне готовят сладкий квас, можно делать вкус сейчас. Паутина с паучком, для него здесь чудный дом. Паучок не настоящий, с мочалом и шуршащий. Разглядев избушку эту, скажем, добрые друзья, хоть всю жизнь ходи по свету, позабыть ее нельзя. Ну, молодец. К жизни сияется неволю, как ламаш золотой. Поставляет нам всем, хоть не золото совсем. Ой, молодец. Вечер, как сажа, бьется в окно. Белая пряжа ткет полотно. Прыгает зыбка черная гать. Девочку крошку байкает мать. Куй-куй, щебеток, подай, мама, молоток. Не подашь молотка, не воткуешь щебетка. Молодцы! Ваку, ваку. Вспомните. И можно я вас попрошу, вот кто и рассказал, и кто не успел рассказать, придете домой и скажете, что а я вот рассказал, вот такой, и маме с папой расскажете, бабушке с дедушкой будет очень интересно. И вы тем самым у меня и вот наших замечательных гостей, такие как ветераны уже и труда, и войны, и службы, порадуете. Потому что вы сами вырастете, и я понимаю, что вот это вот, когда вы вот выступали перед нами, будете вспоминать, и поймете, что нас очень много. Вот в этой стране она хорошая, правда, страна. И дети, и взрослые хорошие. И мы, правда, будем жить вот, ну, вот как в семьях живут, понимаете? Мы в этой стране будем жить замечательно. Не надо ничего другого. В этой стране всего хватает. Морей хватает, школ хватает. Чем заняться вам хватит, понимаете? Поэтому, я считаю, растите. Как можно больше впитывайте себя, учитесь. Очень уважительно относитесь к педагогам. Они вас научат. Мы, старшие по кабинету, тоже вам научим, ну а вы, главное, потом нас не подведите. То есть вырасти такими настоящими, и спортивными, и умными, и красивыми, и стихи будете петь, и, если все рассказывать, и песни петь. Вот это мы и хотим от вас. Поэтому согласны на это? Давайте руки подняли. Все, молодцы. Все.